Эта песня, нельзя сказать точно, кому она посвящена. Разведчику, который оказался за рубежами Родины. Или контрразведчику, который оказался примерно там же. Потому что служба контрразведки присутствовала везде. И второе главное управление ФСБ, и первое главное управление КГБ, это сейчас называется внешняя разведка. Без контрразведки, как и без разведки. Во всяком случае, тот генерал-полковник, который меня рекомендовал в 1974 году, в 1975, по-моему, да, светлой памяти, он мне говорил: не переживай, говорит, ты, я высшую школу закончил, ты попал, и попал в контрразведку. Были кто-то сразу в разведку ушли, значит, да, я в контрразведку. Говорит, не жалей, все равно ты, говорит, это, говорит, азбука, без нее никуда, как в русском языке. Ну да, через 2 года с половиной я попал куда? Мечтал. Не в Афганистан, имею в виду, а в первое главное управление. И ничуть об этом не жалею. В какой безразлично стране заграничной, в одном из огромных чужих городов живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Чтоб быть в русле жизни, он делает бизнес, он враг коммунизма, он в общем аскет, как все за границей, он ходит молиться, а где-то хранится его партбилет, как все за границей, он ходит молиться, а где-то хранится его партбилет. И не за награду, и виллу с оградой, на риск каждым утром тот мистер идет, а где-то в Ростове, а может, в Пскове, а может, на Волге, семья его ждет, а где-то в Ростове, а может, в Пскове, а где-то на Волге семья его ждет. И может так статься, что им не дождаться, когда он с работы вернется домой, а просто однажды придут к ним и скажут: долг выполняем, погиб как герой, а просто однажды придут к ним и скажут: он долг выполняя, погиб как герой. В какой безразличной стране заграничной, в одном из огромных чужих городов живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же майор Иванов. Живет неизвестный, живет мистер Джексон. Он Джексон, и он же